Обвиняемые в похищении Челябинца Семена Тютюева хотели выйти из-за решетки. Адвокаты попросили суд отпустить их подзащитных из СИЗО, где они сейчас находятся. Похитить южноуральца они решили из-за майнинговой фермы. Это одна из версий правоохранителей. Тему продолжит Татьяна Лаврова. Это судебное заседание проходило в режиме видеоконференции. Все трое обвиняемых в похищении Челябинца в СИЗО. И адвокаты просят изменить им меру пресечения, а точнее выпустить из-за решетки. В рамках судебного заседания следствие не представлено ни одного обоснования того, что Мустафаев может продолжить заниматься преступной деятельностью. А значит, считают защитники, одного обвиняемого можно выпустить под залог, а двух остальных под подписку о невыезде. Уважаемый суд, я считаю, что в действительности такую суровую меру пресечения, как заключение под стражей, в отношении обвиняемых по данному уголовному делу избрали для того, чтобы фактически оказывать на них психологическое воздействие, для того, чтобы склонить их к даче нужных следствий показаний. Напомним, трех жителей Крыма обвиняют в похищении челябинца Семена Тютюева. Южноуралец пропал в феврале. Он вышел в магазин купить детскую смесь пятимесячному малышу, но домой не вернулся. У следствия тогда сразу появился подозреваемый, этот человек. Он купил на кассе скотч, перчатки и три банки энергетика. А потом, как полагают, жена пропавшего Семена Тютюева поджидала ее мужа у входа. После оплаты товара он вышел на улицу и ждал мужа. Там состоялся короткий разговор. После Семен пошел к авто, чтобы убрать покупки. Следом за ним прошел неизвестный мужчина. Далее, как видно на съемке, к автомобилю Семена подъезжает иномарка, перегораживает видимость камерам наблюдения. Далее пропавший молодой отец усаживается в авто, и машина уезжает. Спустя месяц Семен возвращается домой и в интервью сайту знак.ком рассказывает, что произошло на самом деле. Ко мне подошли незнакомые мне люди и показали удостоверение сотрудников полиции. Меня посадили в машину и дальше вывезли в Подмосковье. Мне вкололи какое-то вещество, от которого я потерял ориентацию и волю к сопротивлению. Кроме того, меня связали и завязали глаза. Из Челябинска до Московской области меня везли на машине. Я не понимал, какое сейчас время суток и сколько времени прошло. Я понял, где нахожусь, уже после того, как все закончилось. По словам мужчины, люди были всегда в масках, и лиц Семен не видел, но силу в отношении него не применяли и даже кормили. Со мной разговаривали очень мало. Их интересовал мой ноутбук и доступ к криптокошелькам. Я занимаюсь майнингом криптовалюты, и у меня было накоплено некоторое количество виртуальных денег. Я жил тогда на две семьи, поэтому ноутбук у меня всегда был с собой. Даже в магазин его брал. У меня его сразу забрали, и с тех пор я его не видел. Доступа к своим кошелькам у меня больше нет. Сумму Семен озвучивать не стал, но сообщил, что мужчине дали денег на билет и спокойно отпустили домой. 24 марта в Крыму задержали трех подозреваемых в похищении. Одному грозит ответственность по статье «Похищение человека группа лиц по предварительному сговору». Еще двум вменили пособничество в похищении группа лиц. Калининский суд отправил мужчин в СИЗО. Сторона защиты пыталась обжаловать это решение, но гособвинение настаивало на обратном. Полагаю, что постановление Калининского районного суда города Челябинска 18 мая 2020 года является законным судебным решением. Полагаю, что суд с учетом всех установленных обстоятельств, а также личности обвиняемых, обоснованно пришел к выводу, что иная более мягкая мера пресечения не будет гарантировать их надлежащее поведение на период предварительного следствия. И вот Челябинский областной суд, рассматривая в апелляционном порядке материал, оставил без изменения постановление Калининского районного суда. Всем обвиняемым продлен срок содержания под стражей до 20 июня.